пари матч және сыр арқа жеңіске қуатталған. В первую очередь хотелось бы извиниться перед болельщиками. Так безобразно провести две игры, проиграть на родном льду в преддверии Нового года. Ну ничего, будем исправляться, работать, и в новом году все будет хорошо. Где-то, наверное, сбились с тренерской установки, начали допускать ошибки, не дорабатывать. Отсюда соперник нас подловил, забил голы, а в то же время у нас не получилось забить. Вот и все, в принципе, все просто. Да, хотелось бы поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, и чтобы ходили так же, как сейчас, поддерживали нас, и мы постараемся вас порадовать в ответ. Спасибо. Мы сыграли неплохо. Вначале, конечно, провалились, но потом тренера подсказали, где улучшить, и парни тоже подсказывали, кто постарше, направляли, и получилось победить. Всем спасибо, кто смотрел, поддерживал, кто на трибуне был. Ценим. Спасибо.